Ага, да, спасибо, заправили. Спасибо, вот деньги. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женёк. И мне надоел этот скин дебильный. Мне действительно мне надоел. Давайте-ка выберем вот этого. Надев кроссовки Adidas, бежит к машине чемпион. Ладно. А чемпион в форме нашей адидасовской будет сейчас осматривать тачку Audi A8. Не, ну блин, сделано, по-моему, все-таки с любовью. Смотрите, как красиво. Ну, номер, конечно, не очень, но для GTA 3 сойдет. Так, как она сделана внутри? Давайте глянем. А, блин. Руль есть. Ну, детализация, в принципе, более-менее для GTA 3. Даже вон, коробка передач, к счастью. Детализация неплохая, слушайте. Классная машинка. Надев кроссовки Adidas, сидит в машине чемпион. Ладно. Хорош уже чемпиона приписывать. Давайте, что ли, посмотрим маневренность и скорость этой автомобильки нашей. Блин, но... Вау. Заносит, конечно. Но она, в принципе, быстрая, хоть и заносящаяся. И, блин, она, если честно вам сказать, жрет очень много видеопамяти. С видухой в гик у меня начинает просто тормозить игра. Хотя это, наверное, из-за модов. Из-за кучи модов просто. Так, ну как у нее? С поворотливостью вроде все не очень-то плохо. Более-менее. 50%. Куда ты прёшь, ты, Ишак? Не, в натуре процентов 50 дать можно за поворотливость. А за скорость, в принципе, процентов 60-70. Не, ну неплохо, неплохо. Кыш. Видите, как я езжу, а? Неадекватно немножко. Ну ладно. Так, давайте проверим ее на краш-тесте. О, господи. Чё тут слегонца в столбик врезался? Она у меня уже вся развалилась. Крышка вон отлетела тут уже. Этот бампер, крышка капота, все отлетело. Лобовуха выпала уже давно. А, давайте ее действительно уже нормально на краш-тесте проверим. От копов, когда будем удирать. Чё-то она какая-то не... Не-не-не-не, ребята. Хоть это и Audi, но не предназначена она для такого. Не предназначена. Не, действительно, вроде Audi, вроде неплохо, да? Блин, у меня сейчас FPS почему-то 5 показывает. А, 5 FPS это мало. Блин, вот такой вот короткий смотр получился на эту автомобильку, ну ёлки-палки. Она вроде такая быстрая, маневренная, но собака, она какая-то слишком уж живодрягущаяся. На соплях просто висит уже, на соплях. А, ее, видимо, на клей ПВА приделывали всем. Не, ну заметьте, вот в столб врезался и разбил ее уже. Нет, 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 это плохая машина, плохая. Если вам просто покататься и вы как бы... уже профессионал, никуда не врезаетесь, там такой уже гонщик, то она подойдет. Маневренная, ну, чуть-чуть с заносами, конечно. Скоростная. А если вы такой же водитель, как я, то вам лучше покупать... где-нибудь качать и искать бронетранспортер себе. БТР-ку, танк, ну, или еще что-нибудь. В этом роде поезд. Поезд тут тоже так... Ага, она вообще исчезла. Ну что ж... Спасибо за внимание, с вами был Женёк. Если вы такой же водитель, как я, реально, берите танк. А так нормально, это Audi. Фигня, короче, Audi. Говно. Волга и та лучше была. Спасибо за внимание, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и не гоняйте на Audi. Купите себе поезд. Скачайте, найдите. Или лучше танк, он и то безопаснее. Всем пока.